Хамидов Талик, Нижний Новгород, Бугудинов, Сандерс, Москва. И вот мы возвращаемся, второй круг наших соревнований. Весовая категория до 60 килограммов. Гамидов Талих, кандидат мастера спорта, спортивный клуб «Чемпион», Багудинов Али, мастер спорта международного класса, спортивный клуб «Сандерс». Бой должен быть интересным, зрелищным. Али поддавливает немножечко. Я думаю, что он будет работать первым номером, а Гамидов Талих вторым. Ну, посмотрим. Взял Али центр, держит на краю ковра соперника. Заставляет провалиться проход в корпус. Как следствие, произведенный бросок. Перевод боя в партах, где у Али есть минута на завершение этого боя либо ударами, либо болевым приемом, либо удушающим захватом. Полный спектр всех технических действий, приводящих к сдаче, здесь присутствует. В боях по системе Панкратион. Поступательно поддавливает, заставляет соперника атаковать. Ну, конечно, у Багудинова Али это козырь, это ближний бой. В захвате партер. Напоминаем, что Али Багудинов является чемпионом мира по боевому самбо. Сам выходец из вольной классической борьбы. Противник его... Гамидов Талих тоже не подарок. Очень хорошо спортсмен чувствует дистанцию. Такой ярко выраженный ударник. Но с умением, с хорошим защищаться от борьбы. Хорошо с дистанции. Атаку проводит. Опять Али проходит в корпус. Зацепом бросает. Ну, к сожалению, за ковром. За ковер выпадают оба спортсмена. Бой останавливается и начинается с центра ковра. Та же самая ситуация. Багудинов в центре. Багудинов поддавливает, взрывается, и оба спортсмена выходят за пределы татами. Обоюдный выход. Опять бой начинается с центра. Турнир получился очень зрелищным, кроме... Канал О2 ТВ, турнир снимал телеканал «Боец». Также были представители телеканала «Rush Today». То есть освещен в средствах массовой информации, турнир был достаточно широко. Хорошо очень Гамидов Талих встречает Али Багудинова и стойки руками. Но все равно Али проходит ближний бой, выходит в полное положение верхом. Развивает атаку и атакует руками. Вследствие чего Гамидов Талих поворачивается спиной. Али прихватывает шею, видите, растягивает ногами своего соперника, обездвиживает его. И пытается взять захват шеи. Да, вытянул удушающий прием. Трудно Гамиду, конечно, защищаться в данном положении. Все, рука под шеей.
Али начинает проводить сам прием. Растянул соперника Али. Гамидов в талиях пытается бить из-за головы, да, но уже близок он был к тому, чтобы уснуть, но гонг спасает Гамидова Талиха. Слушаем решение. Ну, было видно, что, конечно, Багудинов вел бой.